Привет, хочу показать, как у меня зимуют морви на балконе. Здесь у меня геркулесы. Не вижу смерти. Усиками шевелят. У нас температура опустилась до 0 градусов ночи. Один день было даже минус 1. Ну, здесь не страшно. Здесь в основном местные виды. Хочу всем показать. Здесь лигниперда с двумя рабочими спит. Здесь маника рубида. Отдыхает. Крематогестер. А ну, сейчас такого будем. Крематогестер. Крематогестер. Мелкая мермика. Уже по рабочим буду определять. Здесь, как я говорил, где-то у меня три вида мермик. Лазиус параллиенсис с крыльями. Ну, посмотрим. У них в ноябре был лед. Лигниперда со своим коконом. Это вторая лигниперда. Еще один крематогестер. Так, здесь крематогестер, крематогестер и крематогестер. Три. Все живы. Здесь мирмика ругулоза. Плохо видно, но с ней все хорошо. Лазиус параллиенсис. Большие лазиусы. Крупнее разных нигеров, плаусов. По размеру как формики королевы. Тоже мирмика мелкая. Здесь мирмика. 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 Еще одна мирмика. Крематогестер. Мирмика. Одна мирмика. Ну, мирмик я наловил, как видите.
здесь мертвый. Параленсис. Отложим. Колобопсус тронката. Все хорошо с этими пробкоголовыми. Лазиус параллиенсис. Так, где я лазиусов ставил? А, лазиусы здесь. Еще один лазиус. Месор капитатус. Один лазиус парлиенсис. Здесь солонопсисы. Солонопсиса, еще лазиус. Так, это мне интересовало. Феодолы Полидула. Полидула. Итальянцы делают акцент на первую гласную. Вот, например, меня зовут Виталий. А в Италии я Витали. Сына зовут Кирилл, а Виталий Кирилл. Почему-то у них все на первую идет. Еще крематогестр. Ну, здесь в основном у меня соли остались. Соленопсис и фугаса. Соленопсис и фугаса и где-то у меня еще здесь. Им рабочие компонатус латералис 10 штук осталось. Так, тоже лазиус парлиенсис.